Меня зовут Вирджиния, и я живу на краю леса. Почти настоящего. Мой отец дворник, и поэтому мы живем в квартире на окраине Центрального парка. Возможно, вы скажете, что не очень-то весело жить вместе с отцом. Может быть, вы правы. Но ведь и я — это все, что у него есть. Я постоянно мечусь между своими друзьями, так что... Я всего лишь официантка в гриль-баре в парке. Но когда-нибудь я найду партнера и открою свой ресторан. Операторы Лоуренс Джонс и Крис Говард. В общем, мне нужен хороший человек, разбирающийся в еде. Композитор Энн Дадли. Вот посмотри, выдрали провода. Это работа электрика, но кто ее сделает, кроме меня? Ты куда? На работу, папа, как всегда. Режиссеры Дэвид Карсон и Герберт Уайс. Когда вернешься, на всякий случай, поднимайся по лестнице. Государственная тюрьма Белоснежки. Четвертое королевство, 6:02 вечера. Кто здесь? Провинции. Четвертое королевство. 6:03 вечера. Куда же мы все-таки едем? Рубинтаун. Южную окраину вашего королевства, сэр. Забрать трон, изготовленный для вашей коронации. В такую даль? Когда я смогу поохотиться? Терпение, сэр. Мы должны ненадолго остановиться в тюрьме Белоснежки. Ненавижу провинции. И быдло, которое там живет. Ваша мачеха вновь подала прошение о помиловании, в чем ей будет отказано. Это всего лишь визит вежливости. Прекратите! И вы называете себя троллями? Мне за вас стыдно! Прости, папа. Мы больше так не будем. В последний раз выручаю вас из беды. Папа, сними волшебные туфли. Знаешь, что я думаю? Мне кажется, что в этой стране нужны только такие люди, как я, которые за гроши вкалывают на 6 работах, разрываются на части и помалкивают. Еще 10-15 лет, и демократии в этой стране конец. Точнее, гуманному обществу, где люди помогают друг другу. Нам конец, мы пропали. Ребрышки для шашлыка лежат сверху на микроволновке.
Тони, я уже полчаса вызываю лифт. Я думал, ты его починил. Да, сэр, но его опять сломали. Заканчивай с этим побыстрее. Тебе нужно проверить котельную. А то мы скоро все сойдем с ума. Трубы в сплошной воздух. Нужно слить воду во всей системе. Да, сэр. Я только устраню протечку в 9-й квартире и сразу этим займусь. Тони, я вот что тебе скажу. Огромное количество людей мечтают занять твое место. Огромное количество людей. Да, сэр. Слить воду. Я бы слил всю его систему. Пока, папа. Пока. Да, послушай, не езди через парк. Обещаешь? Хорошо. Ты взяла плащ? А что ты мне оставила на обед? Постойте. Идите ко мне. Отделение строгого режима для особо опасных преступников. Да, просто изумительно. А где красные ковровые дорожки? Я уверен, они не могли забыть о вашем визите, ваше величество. Проклятие эльфов. Строгий режим, нам нельзя здесь находиться. Папа, сюда никому нельзя входить. Они здесь содержат королеву. Общаться с заключенными категорически запрещается. Проход запрещен. Оставить еду здесь. Никакой еды. Не надо, папа. Куда ты собрался? Это же ловушка. Перестань. Папа, нет. Нет. Откройте дверь. Откройте дверь, и вы получите все, что пожелаете. Джайлз? Джайлз? Джайлз! Джайлз! Никаких посетителей и торговцев. Есть здесь кто? Джайлз! Джайлз! Здравствуй, принц! Ты не ушибся? Познакомься с моей сестричкой! Я всегда начинаю первым. Замолчите. Ты проделал дальний путь, Вендел. Тебе придется какое-то время провести здесь, мой глупый маленький сыночек. Ты за это заплатишь. Ну что ты? Скорее, ты будешь выпрашивать еду у моих ног. Знаешь, кто это? Это очень непростая собака. Она волшебная собака. Надеюсь, ты любишь собак, Вендел, потому что теперь ты до конца своих дней останешься собакой. Иди ко мне, принц Вендел. Зачем же ты лаешь на людей? Держите его! Поймайте его! Приведите его ко мне живым! Мы его поймаем, ему не уйти! Ему некуда бежать, мы же в тюрьме! Ну как, ваше высочество? Как вы себя находите? Где?
Где он? Куда подевался мой хвост? Мне кажется, что в определенном возрасте ты начинаешь понимать, что ничего необычного с тобой уже не произойдет. Возможно, это и к лучшему. Наверное, некоторым людям суждена тихая и неприметная жизнь. Выпустите нас! Выпустите! Дай нам еды! Мы ничего не ели с вчерашнего дня. Выпусти нас! Дай нам ключи! Выпусти нас! Ты? Здравствуйте. Кто ты? Всего лишь славный малый, несправедливо посаженный в тюрьму. Не заставляй меня спрашивать дважды. Я... наполовину волк. Я выпущу тебя на свободу, если ты согласишься стать моим верным слугой. Завтрак, обед, ужин. Я твой верный волк. Верность — это моя вторая натура. Я превратила принца Вендала в собаку. Хорошая идея. Найди его, опереди в троллей. Троллей? Постой! Отдай мне свою волю. Стань моим, чтобы я могла управлять собой. Ты понял? Да. Эльфов, где мы? Вы только посмотрите. Это не 9 королевств. Мы попали в волшебную страну. Посмотрите на эти огни. Наверное, там горят тысячи свечей. Может, захватим это королевство? Потрясающая мысль. Надо прибрать его, пока нас никто не опередил. Отныне все эти земли и их обитатели будут принадлежать троллям. И мы назовем эту страну... Как мы ее назовем-то? 10-е королевство. 10-е королевство. За месяц я уничтожу оплот Белоснежки. Я захвачу замок Вендала и его королевство. За то, что ты освободил меня, я подарю тебе половину его королевства. Половину 4-го королевства? Оно огромно. Какой у тебя план? Что мы должны сделать? Разреши мне с помощью твоих детей поймать принца. И это все?
И, разумеется, никому не говори о том, что ты видел здесь. А я смогу выбрать свою половину королевства. Господи, я задавила его. Ты живой? Прости меня. Где твой хозяин? Почему на тебе нет ошейника? Пойдем-ка отсюда. Вот. Привет. Мой кошелек. Смотрите, это не из кожи. У них что, нет приличных башмаков? А это что еще? Волшебство! Нет. Уходим отсюда. Вон. Там явно что-то произошло. Да, взгляни-ка. Собачья шерсть. Из телячьей кожи красивый новенький. В случае находки, просьба вернуть ее Джинни Льюис. 81 East Street, дом 2, квартира 2006. 81 улица. Да, здесь так написано. Уходим. Скорее. Мясо. Привет. Где ты была? Мне пришлось тебя прикрывать. Спасибо. Что с тобой? У тебя лоб в крови. Разбила велосипед, потеряла кошелек, но зато нашла нового парня. Добро пожаловать. Я сбила его велосипедом, но, кажется, он не пострадал и не поранился. А как его зовут? На нем не было ошейника. Да? Ну-ка посмотрим. Ты как настоящий принц, да? Правда? Привет, принц. Как вкусно. Вспомни, зачем ты здесь. Найти принца. Найти принца. Но волк тоже должен есть, верно? Нельзя работать на пустой желудок. Пахнет собакой. Вы представляете? Соединим приятное с полезным. Так, ты останешься здесь, а я буду к тебе заходить. Не шуми, не то меня уволят из-за тебя. Тихо. Иначе я выгоню тебя на улицу. Наши фирменные блюда – баранина. Баранина. Надеюсь, это недавно родившийся барашек. Молодой и сочный, который весело извился на полянке, размахивая своей мягкой шерсткой. Перестань. Возьми себя в руки. Пастушка, скорее всего, не следит за стадом. Она мирно спит. Ох, эти маленькие девочки. Но я не съем ее. Если мне достанется филе барашка или порция жирных отбивных. Я не алчный. То есть я алчный. Не знаю, как ты так выразился. У меня зверский аппетит. Я настоящий живоглот.
Итак, что вы выбрали? Нет, готовить совсем не обязательно. Я имею в виду, достаточно, чтобы он со страхом посмотрел на жаровню, и можете подавать его сюда. Никакой картошки, никаких овощей, только мясо. Красное. Как девичий румянец. Простите, я не расслышала. Мне кувшин маргариты, диет колу и два пива. А моей жене? Простите, двойной. Ну все, придется тебя выгнать. Опасность. Ладно, Кэнди, очень смешно, выходи. Значит, это ты написал? Залай один раз. Залай два раза. Итак, вы заказали баранину и 6 стаканов теплого молока. Да. Я чуть не забыл. Мне нужна одна симпатичная девушка, которая нашла мою собачку. Так это ваша собака. Я скажу Вирджинии, чтобы она к вам подошла. Так значит, ты понимаешь все, что я говорю? Тише. Кому грозит опасность? Нам обоим? Подожди. Подожди. Вам сюда нельзя. Вероятно, она пошла домой. Наверное, она ушиблась при падении. Моя бедная колбаска. Скажи мне, где она живет, я смогу ее отблагодарить. Я не могу сказать вам ее адрес, ведь я вас совсем не знаю, и вы... Нет, ты можешь. А вот и мой дом. Теперь уходи. Ну ладно, можешь остаться на одну ночь, но затем ты уходишь. Ясно? Я сошла с ума. Как можно разговаривать с собакой? Да, и не надо ее успокаивать. Это соседка, миссис Грейвс. Ее муж. Их сын Эрик. Что с ними случилось? Подожди здесь. Тихо. Подожди, я проверю отца. Почему так плохо следите за обувью? Они все стоптаны и неухоженные.
У тебя есть отличные башмаки, только очень маленькие. Дома у нас сотни пар. Мы в этом толк понимаем. Кто вы? И что вы сделали с моим отцом? Он просто спит. Мы оглушили его волшебным порошком. Каким порошком? Я тролль-силач. Ужас всего девятого королевства. А я тролль-красотка. Страх всего девятого королевства. А я тролль-пустослон. Гроза всего девятого королевства. А теперь говори, где он? Я не понимаю, о чем вы. Принц Уэндалл! Кто? Где собака? Считаем до трех и превращаем тебя в пару башмаков. Один. Я отрежу кусок кожи. Два. Я вырежу форму башмака. Три. Я сошью швы. Хорошо, хорошо. Я все вам скажу. Он там. Он ждет снаружи. Веди нас к нему. Где он? Где? Он прячется за той дверью. Только что здесь не было этой комнаты. Ты хитрая. Здесь никого нет. Он здесь. Я открою потайную дверь и покажу вам, где он прячется. Это ловушка. Чёртовы эльфы! Бежим отсюда. С отцом все будет в порядке. Они охотятся за тобой. Эй, что вам надо? Уходите. Добрый вечер. Вижу, что тролли первыми успели вас посетить. Неважно. Сегодня и только сегодня я могу сделать вам уникальное предложение под названием «Конец всем личным и финансовым проблемам». Эй, еще один шаг, и я вызываю полицию. Здесь территория частной собственности. По условиям предложения, в обмен на информацию о местонахождении вашей дочери, я подарю вам этот... волшебный Боб. Если его съесть, исполнятся 6 ваших сокровенных желаний. Это она? Не может быть. Что это значит? Она такая сочная, пухленькая и спелая девочка. Вкусная и аппетитная. Вспоминая наше прошлое, я скажу, что это худшее из заклятий, с которыми мы сталкивались. У нас случались неудачи, но только не такие. Она оказалась могучей ведьмой, эта девчонка. И мне кажется, мы угодили к ней в карман. Что? Я думаю, она нас уменьшила и засунула в коробок спичек в своем кармане. Не смеши меня. Ты пал духом! Давай-ка встряхнись! Как мы могли попасть в коробок спичек, идиот? Тогда где остальные спички? Что делает эта чертовщина? 6
сокровенных желаний. Представь все, о чем ты мечтаешь. Глядя на твое скромное жилище, я уверен, ты многое хотел бы изменить. О, да. Нет, уходи из моей квартиры. Ладно, это ведь шутка. Нет. Обычная сделка с несколькими желаниями. 6 желаний. Нельзя повторять уже загаданные. Нельзя загадывать 5 желаний или 1000. Ну давай. Это честная сделка. Говори, где твоя любимая дочь? А что тебе от нее нужно? Всего лишь вернуть мою собачку, которую она нашла. Собаку? Еще у меня есть подарок, который я хочу вручить ей лично. Если она не на работе, значит, она у моей тещи. Та всегда пытается настроить Вирджинию против меня. А ваша теща любит цветы? Она любит деньги. Единственное, что она ценит. Адрес, пожалуйста. Приятно было познакомиться. Эй, подожди, а долго это действует? Не волнуйтесь, тяжело только первые 3 часа. Говоришь, любое желание? Первое мое желание. Мое... Привет. Кто там? Это я, бабушка. Привет. Я решила, что это пришла твоя мать. Прости, что разочаровала тебя. Можно мне переночевать у тебя сегодня? Знаешь, когда-нибудь она вернется. Вот так же влетит в дом без звонка. Как ты думаешь, может, она воспитывает? Она всегда любила снег. Мне кажется, она бы уже вернулась. 14 лет – слишком большой срок для катания на лыжах. Не будь мелочной, дорогая. Господи, а это что еще такое? Бездомный пес, которого я подобрала. Держи его подальше от Роланду. У него наверняка блохи. У тебя есть блохи или нет? Тише. Спасибо. Знаешь, ты все еще можешь занять приличное место в обществе. У меня сохранились связи. Дебют твоей матери в Ритц-Карлтон стал триумфом. В 19 лет она могла заполучить любого холостяка в Нью-Йорке. А кого она выбрала? Папу. Папу. Не загуби свою жизнь, как это сделала она. Я вижу, что все повторяется снова. Ты официантка, какой кошмар. А с кем ты встречаешься? Небось, с каким-нибудь помощником повара? Нет. Разумеется, ты так и не починил водопровод, как обещал. Я этого ожидал. Но такое... Я могу... Я объясню все, что произошло. Я сейчас же займусь этим, мистер Мюррей. Нет, это я сейчас же этим займусь. Я хочу, чтобы ты и твоя дочь сегодня же освободили квартиру. Ты уволен. Я уволен? Нет, пожалуйста, мистер Мюррей. Ты жалкий мерзавец. Хочу, чтобы ты и твое семейство целовали мне задницу и стали моими вечными рабами. Что ты сейчас сказал? Хозяин.
Сколько может действовать это заклятие? Думаю, что недолго. Лет 100? Не больше. Может, только 50. Тогда нам надо смириться с нашим заключением и постараться друг друга не съесть. Правильно, правильно. Надо потерпеть 100 лет. И если нам повезет, мы отсидим всего 2/3 срока и выйдем на свободу раньше. Должно быть, я ошибся. Приношу свои извинения. Я ищу бабушку Вирджинии. Это я? Не может быть. Ее младшая сестра, ну еще мать, но только не бабушка. Вы такая красавица. Ну, я еще даже не успела накраситься. Можно мне войти? Я хотел передать цветы. Да, кто вы? Я жених Вирджинии. Мы помолвлены. Помолвлены? Она мне ничего не говорила. Как это на нее похоже? Сама скромность. Другие девушки стали бы хвастаться помолвкой с богатым наследником, но не Вирджиния. Конечно, входите. Только я сейчас переоденусь. Идите, переодевайтесь. Ладно, Джин. Обеспечь меня нескончаемым запасом пива. Всего 2? И ты хочешь сказать, что на это можно разгуляться? Мюррей, ты должен это увидеть. Там в холодильнике. Что ты делаешь? Мне показалось, что они недостаточно чистые, хозяин. Можно мне еще раз их вылизать? Покажи мне язык. Ладно, еще 5 минут. Ну что, мать, справляешься с дверью? Почти уже готова, хозяин. Торопись. Нет, стой. Нет, одного раза достаточно. Открой ее для меня. Что же мне еще пожелать? Я хочу, чтобы у меня было то, что само убирает квартиру, и при этом не надо шевелить даже пальцем. Убирай. Нужно убрать пыль, нужно убрать пыль. Здесь повсюду пыль. А тут еще больше. Какой я плохой. Неужели я на это способен? И все же. Я полагаю, что с картошечкой вы будете смотреться лучше. Где у вас чеснок? Розмарин? Чем же мне приходится работать с какой-то сушеной травой? Черт, вы же не помещаетесь в духовку. Да, целиком не получится. Что же я делаю? Мне нужно отвязать вас, бедную старушку, обезумевшую от страха. Нужно вас отвязать. Но сперва я растоплю кусок сала на поддоне. Бабушка! О, нет! Гости уже встали, а завтрак еще не готов. Бабушка! Сюда, дорогая! Бабушка!
Заходи, дорогая. Доброе утро. Что будешь на завтрак? Кофе, тосты? Ну... Что с тобой? Ты простудилась? О, боже, как ты хороша. Ты в миллион раз лучше своей фотографии. О, нет. Как это здесь оказалось? Нет. Нет, о, нет, 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 нет. Кстати, где собака? Небось, дрыхнет, как все эти принцы. Ты потрясающе пахнешь. Я уже улавливал дуновение твоего аромата, Вирджиния. Но воплоти. Духи не для меня. Я отдаю предпочтение смелым женщинам, которые не боятся собственного аромата. А ты, Вирджиния, ты пахнешь, как воскресный обед. Не подходи ко мне. Красивые глаза, прекрасные зубы и все остальное просто безупречно. Нет никаких сомнений. Я влюбился. Успокоить тебя. Теперь, когда я увидел тебя, я уже ни за что на свете тебя не съем. Я знаю, для тебя это как гром среди ясного неба. Но как насчет свидания? Да, начало у нас не клеится, но я один в этом виноват. Ну, пожалуйста, дам шанс. Ты такая подвижная леди, вне всяких сомнений. Все замечательно. Спасибо, достаточно. Уходите. Займитесь чем-нибудь другим. Нет, 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 встань. Ты сегодня уже три раза целовал меня. Позволь мне еще раз, хозяин. Нет. Пойди и приберись. Это уже смешно. Хозяин, мой драгоценный хозяин. У моей жены для вас сюрприз. Правда? Ладно, мы поговорим, а ты сходи, принеси мне пиво. Слушаюсь, хозяин. Это часы моего мужа, Rolex Oyster, из чистого золота. Ты уверена, что это не дешевая подделка? Ну что вы, хозяин? Я купила их мужу на 40-летие, но теперь они ваши. Все наше имущество теперь ваше. Мюррей, я хочу прогуляться с твоей женой и купить ей нижнее белье. Хозяин, мне кажется, кто-то застрял в лифте. Я слышала голоса и какой-то стук. Не знаю, заметили ли вы, но я уже не мистер Самоделкин, поэтому забудьте про свое богатство и чините его сами. Я поняла. Кажется, нам нужны деньги на карманные расходы. Джин. Как насчет миллиона долларов? О. Да, я богач, я богач. Поздоровайся с папочкой. Вам чем-нибудь помочь? О, я очень надеюсь. Я в такой растерянности. Вы должны быть от Пола. Он сказал, что вы зайдете ко мне на прием. Скажите, что я здесь делаю? Давайте поближе познакомимся, прежде чем перейти к сложным вопросам.
сложные вопросы. Итак, я буду называть вам слова, а вы говорите мне первое, что придет вам в голову. Хорошо. Поехали. Дом. Еда. Трус. Цыпленок. Свадьба. Пирог. Покойник. Мясо. Сексуальный. Аппетит. Любовь. Съесть кого-нибудь пушистенького. Простите. Простите, это больше одного слова. Начнем заново. Мюррей, это же смешно. Стойте. Пусть уйдут все, кроме твоей жены. Я не знал, что у тебя так много родственников. Разумеется. Можешь идти. Всего одну минутку. Я хочу выразить почтение хозяину. Только не это. Прекрати. Эй, остановись. Что ты делаешь? Смотрите, награбленные деньги. Нет. Погодите. Погодите, я нашел. Весь день я был в квартире, эти люди могут подтвердить, верно? Я весь день никуда не выходил. Пил пиво с друзьями. Знаете, мне кажется, вы чего-то не договариваете. Что вас больше всего беспокоит? Ладно, хорошо. Доктор, я познакомился с потрясающей девушкой, и она очень мне понравилась. Но проблема в том... Продолжайте, говорите. Говорите же. Я не знаю, чего я больше хочу, любить ее или съесть ее. Вот как? Конечно, виноваты мои родители. Они были ужасны. Они ели, не переставая. Каждый день, возвращаясь из школы, я тоже ел того, этого. Вы не должны винить себя. Не должен. Я очень плохой. Я совершил столько ужасного, но это был не я. Я это делал, когда превращался в волка. Доктор, я хочу исправиться. Я хочу стать хорошим человеком. Разве не может лев мирно обнимать ягненка? Разве не может леопард избавиться от своих пятен? Вот то место, где я нашла тебя. Давай отсюда каждый из нас пойдет своей дорогой, хорошо? Знаешь, я не любительница приключений. Понимаешь, я официантка. Это не мое. Кто бы ни были те люди, они все равно поймают тебя. Нет, мне нужно идти. Прощай, я ухожу. Настоятельно рекомендую вам эту литературу. Так, вы придете ко мне на будущей неделе? Вы не понимаете, на будущей неделе меня уже не будет. Вам не запугать меня угрозами самоубийства.
Если вы согласитесь сотрудничать и сообщите имя торговца, я замолвлю за вас словечко. Какой торговец? Я не принимаю наркотиков. Но вы не помните, как похищали деньги, потому что находились под действием волшебных грибов. Волшебных грибов? Нет, все было не так. Я проглотил этот боб. Хозяин, я почти починил лифт. Мы разрушим ее чары. Верьте мне. Я тебе верю. Да я верю еще больше. Нет, я верю больше. Нет, я. Нет, я. Я. Нет. Перестаньте. Мы движемся. Мы спускаемся вниз. Это хорошо или плохо? Сейчас мы попадем в ад. Приготовьтесь. Это никакой не ад, идиот. Мы отсюда вошли. Вот так волшебство. Как ей это удалось? Чёртовы эльфы! Уходим! Простите, мне нужно все, что указано в этом списке, плюс то, что вы сочтете полезным, мисс. Большое спасибо. Если мой план увенчается успехом, я приглашу вас к себе на свадьбу. Это мое. Это тоже мое. Эй! Может, мы как-то договоримся? Я могу вам дать все, что вы захотите, все, что угодно. Я говорю серьезно. Дом в Хэмптоне, корабли, машины, женщин, все, что захотите. Пытаясь нас подкупить, ты только хуже себя делаешь. Но тогда у меня нет другого выхода. Хочу немедленно спастись от этих полицейских. Как жениться на женщине твоей мечты? Это как раз то, что мне нужно. Остановите его! Держите его, он уходит! Держите! Спасибо! Постойте, вы же не заплатили! Послушай, я не могу тебе помочь, потому что я не знаю, откуда ты. Нет, это действительно так. Уходи, уходи. Удачи тебе! Я этого не делал! Папа? Виржиния! Папа! Ты не поверишь, что со мной случилось? Можешь не рассказывать. Бежим. Сосредоточиться. Это собака, которую ищет тот парень. Папа, я не уверена, что это собака. Он пытается мне что-то сказать или что-то сообщить, но я не понимаю, что он говорит. Пытается что-то сказать? Да. Ладно, смотри. Хочу понимать все, что говорит эта собака. Что? Вам угрожает страшная опасность. Получилось. Если вам дорога жизнь, делайте, что я вам буду говорить. Папа. Тише. Что? Нам нужно найти дорогу назад. Он говорит. Ты его не понимаешь? Нет, прячься. Почему полицейские ищут тебя? И почему на тебе наручники? Они думают, что я ограбил банк. Что? Я потом объясню. Хватит болтать. Лучше помогите мне найти волшебное зеркало. Это зеркало, но с этой стороны оно выглядит иначе. Вам нужно очень внимательно смотреть. Мы ищем волшебное зеркало. Разумеется. Ищите что-то необычное. Я уверен, оно здесь где-то.
Смотрите, куда? Да, вот он. Как странно. Вот они! Если вам дорога жизнь, за мной. Что? Бежим. Где это мы? Не знаю где, но уверена, что не в Центральном парке. Идите за мной. Собака говорит, чтобы мы шли за ней. Скорее! Что с ними произошло? То же, что и с тобой, старина. Усыпляющий порошок троллей. Похоже, его действие заканчивается. Собака опять что-то говорит? Пошли. А что мы станем делать, когда у нас будет свое королевство? Я знаю, знаю. У нас будут слуги. Тысячи и тысячи слуг будут полировать наши башмаки. Пап, пойдем домой. Нет, сейчас я не могу вернуться, пока полиция ищет меня и прочесывает центральный парк. Но мы не можем здесь остаться. Я чувствую запах троллей. Тише, он говорит, что чувствует троллей. Мы будем устраивать балы, на которых обувь будут переодевать по 6 раз в час. По-любому, у кого будут грязные башмаки, мы будем зашивать рот! Теперь можно идти. За мной. Нет, подожди. Мы не можем идти за тобой. Где мы? Мы в самой южной части моего королевства. На меня напала моя мачеха и превратила в собаку. Это государственная тюрьма Белоснежки, где содержат самых опасных преступников со всех 9 королевств. Так, не понял. Чего 9? Королевств. Я принц Вендел, внук покойной Белоснежки и будущий король 4-го королевства. А вы кто? Я Тони Льюис, дворник. Кажется, с моей дочкой Вирджинией ты уже знаком. Королевство троллей? Лес Красной Шапочки. Постой, минуточку. Что это значит? Здесь что, Золушка, спящая красавица и прочие сказки? Золотой век был примерно 200 лет назад, когда упомянутые нами леди вершили историю. С тех пор многое изменилось. Счастье продолжалось не так долго, как все надеялись. Все правители королевств должны присутствовать на моей коронации. Некоторым предстоит преодолеть огромные расстояния. Королевства обширны. Мы пересекаем их границы только по особым случаям. Скажи, а кто эта мачеха, превратившая тебя в собаку? Она самая опасная и злая из всех женщин. Прямо как моя теща. Мы не можем весь день сидеть здесь и разговаривать. Мы должны найти темницу моей мачехи. Пошли. Вирджиния, мы должны идти за ним. Пошли. Смотрите. Вот собачье место на полу. Теперь эта собака получила мое тело. Как это возмутительно. А что сделала эта женщина? Она отравила мою мать и моего отца. И пыталась убить меня. В общем, она отравила его папу с мамой и пыталась его убить. Что с тобой? Здесь как-то странно. Ты в порядке? Пожалуй, я лучше подожду снаружи. Здесь были тролли. Только никуда не уходи, хорошо? Постой возле двери. Вирджиния! Вирджиния!
Принц! Принц! Я не боюсь. Просто люди не должны видеть меня в образе собаки. Меня это так смущает. Да мне плевать на то, что ты стал собакой. Вирджиния! Вирджиния! Где же они? Я знала, что никогда ничего нельзя поручать троллям. Осторожнее в выражениях. Только благодаря мне ты сейчас на свободе. Конечно, Ваше Величество. Я вам буду всегда благодарна за это, но я не могу здесь больше оставаться. Никто не должен видеть принца таким. Твои дети вернут мне собаку, когда вернутся? Я тебе не лакей. Я шутник, король троллей. Хорошенько это запомни. Разумеется, Ваше Величество. Я вас щедро вознагражу половиной королевства Вендела, как и обещала. А когда я смогу его получить? Скоро. Но сейчас мне нужно ехать. Я и так здесь слишком долго задержалась. Куда ты уезжаешь? Тебе негде спрятаться. Когда обнаружишь, что ты сбежала, по всем дорогам выставят посты. Будут обыскивать каждый дом, каждую карету. Не каждую карету. Может, нам все-таки вернуться за собакой? Мы не можем. Усыпляющий порошок действует недолго. Постойте, слышите? Они просыпаются. Надо бежать отсюда. Но королева будет разгневана. Да пошла она подальше, эта королева. Мы захватили ведьму из 10-го королевства. Надо рассказать папе. А отец ведьмы? Вдруг он великий маг? Да он в наручниках. Скорее, он просто великий идиот. Хотел бы я видеть начальника тюрьмы, когда он обнаружит его в камере королевы. Я? Что вы делаете? Я не хочу. Это какая-то магия. Мы с ребятами проспали весь день. Мы обыскали каждый сантиметр тюрьмы. Королевы нет нигде, сэр. Я 12 лет руковожу этой тюрьмой. При мне еще ни один заключенный не совершил побег. Впечатляющий послужной список. Ни при каких обстоятельствах не говори им, что я принц. Почему? Говори, когда тебя спрашивают. Потому что королева задумала чудовищный план. Мое королевство в страшной опасности. Никто не должен знать, что я беспомощен. Ладно. Говори, где королева. Я хочу попасть домой. И сейчас же оказаться с Вирджинией в нашей нью-йоркской квартире. Похоже, ничего у тебя не выйдет. Энтони, неужели ты глотал драконий кал? Ты болван. Кажется, я израсходовал все свои желания. Как удалось сбежать королеве? Говорю вам, я понятия не имею. А почему ты оказался запертым в ее камере? Я невинная жертва. Ни разу в жизни у меня не было проблем с полицией. Тогда почему на тебе наручники? Меня обвинили в вооруженном грабеже, но здесь я тоже совершенно ни при чем. Продолжай в том же духе, Энтони, у тебя отлично получается. Послушайте, я из другого измерения. Меня привела сюда эта собака, которая на самом деле принц Вендел. Я же просил тебя не говорить. Принц Вендел? Знаешь... Я могу сделать так, что ближайшие 100 лет ты будешь зубами дробить камни. Я клянусь, это правда. Это собака королевы. Ей разрешили 3 года держать ее в камере. Ты что, издеваешься надо мной? Что вы, я говорю правду. Ладно, я вам докажу. Залай один раз, если я говорю правду. Я не собираюсь лаять, Энтони. Он просто упрямится. Послушайте, немедленно отпустите меня. Мою дочь похитили тролли. Хватит. Ничего, я выбью из тебя правду. Стражник, снять с него наручники. Переодеть в тюремную форму и поместить. Да. Запри его в одной камере с карликом-желудем и гоблином сморщенное лицо. Сморщенное лицо? Я не хочу сидеть в камере с таким уродом. Где моя дочь? А как быть с собакой королевы? Мы ее ликвидируем. Сегодня за ужином я подсыплю ей крысиного яда в пищу.
а завтра брошу в топку. Ты слышал? Антони? Антони? Ты слышал? Ты должен меня освободить. Ты обязан это сделать. Садимся в лодку. Эй, это моя лодка. Теперь она наша. Сматываемся. Твоя койка средняя. И за что тебя посадили? Ну, я совершил достаточно серьезное ограбление банка. Пара человек пострадали. Так что вот. А ты? Разбойное нападение. При отягчающих обстоятельствах. Меня зовут Желудь. У тебя есть что-нибудь металлическое? Нож? Вилки, крючки. Извини. Если тебя зарежут, прибереги для меня ножик. Хорошо. Тебе нравится резьба? Если только не по телу. Смотри, что я делаю. О! У тебя настоящий талант. Я Гоблин, меня зовут Сморщенное лицо. А я Тони. А тебя за что посадили? За резьбу. Ты будешь со мной дружить? А что для этого требуется? Греби, греби сильнее. Подождите. Я уверен, принц Вендел прибудет с минуты на минуту, чтобы принять трон для своей коронации, над которым наши мастера без устали трудились последние 2 года. Он не приедет. Нет, приедет. Без паники. Я уверен, что он задержался по очень серьезной причине. Ужасная новость. Из тюрьмы совершен побег. Сбежала сама королева. Королева? Королева! Выставить посты на дорогах. Ее нужно поймать, иначе всем нам конец. Замечательная новость. Сюда едет принц Вендел. Слава богу. Он скажет, что нужно делать. Знал, что это я. По запаху, который ни с каким другим не спутаешь. Что ты делаешь? Мою пол, а ты что думал? У тебя есть кусок мыла? Да. Ты что, хочешь помыться?
Нет. Стой там. Никуда не уходи. Принц. Это ключ из связки начальника тюрьмы. Сделай отпечаток на куске мыла. Он может в любую минуту вернуться. Готово. Здесь пятно очень плохо оттирается, сэр. Мы обещаем служить принцу Венделу, доброму и храброму монарху, и клянемся исправиться, чтобы все могли жить долго и счастливо. Что это за бурда? Похлебка из стеблей бобов. Вареные бобы? Стебли бобов. Господи! Это невозможно есть. По вкусу это как старый матрас. Нет, у старого матраса сладковатый мясной вкус. И часто здесь такое дают? 3 раза в день. А это бобовый сок. К нему тоже нужно привыкнуть. Послушайте. Я хочу кое с кем поговорить. Мне нужно сделать небольшое дельце. Например, ну, скажем, достать маленький кусочек железа. К кому мне нужно обратиться? Кто у вас здесь самый крутой? Если тебе нужно что-то купить, продать, взять взаймы или еще что-то, обращайся к зубному эльфу. Кому? Тюремному дантисту. Да? А как мне к нему попасть? Это запросто. Правда? Привет. Это никуда не годится. Нужно удалить все деньги. Как это удалить? Вы даже не заглянули мне в рот. Садись. Я... Вот сюда. Хочешь конфетку? Что? Вы же дантист. Вы не должны раздавать людям конфеты. Почему? От них портятся зубы. Ерунда. Это не ерунда. Извини, кто здесь зубодер? Ты или я? Но я всего лишь... Что вы делаете? Стягиваю тебя ремнями. Ремнями зачем? Для комфорта. 3 основные причины приводят к кариесу. Первая – плохая диета. Вторая – когда не чистят зубы. И третья – злые эльфы. Знаете, пожалуй, я могу... Дай-ка мне... Дай. Болит? Отлично. А если вот так? Нет, подождите, нет. Гнилой зуб. Кажется. Не волнуйся. У меня
Есть целый мешок волшебных зубов. Какие еще зубы? Я пришел к вам за помощью. За помощью? Да. Мне нужно изготовить вот такой ключ. Вот. Насколько это будет стоить? Видите? Это часы. Ручной работы. Стрелки двигаются и показывают время. Очень затейливые. Это всего лишь часы. Но это Rolex из чистого золота. Надеюсь, это не дешевая подделка. Нет, ну что вы. Смотрите. Это принц Рэндалл. Поднимай шлагбаум. Вы говорите, он проехал через весь Бинтаун без остановок? Это было в среду, лорд канцлер. С тех пор его нигде не видели. Тронных дел мастера в бешенстве. Они грозят бойкотировать коронацию. Это так не похоже на принца, никому ничего не сообщить. Быть может, он нервничает из-за коронации. Я уверен, он скоро объявится. Не забывайте, что дьявольская королева вырвалась на свободу. Где Вендел? Куда он пропал в тот час, когда его королевство так нуждается в нем? Дела очень плохи. Ужасно. Просто чудовищно. И все же, я надеюсь, что в итоге все закончится благополучно и счастливо. Разумеется. А теперь поговорим о настоящем кризисе. В нашем королевстве дефицит синих колокольчиков. Теперь мне придется менять всю мою цветовую гамму коронации. Она просыпается. Свяжем ее. О, Боже! Господи! Отныне ты пленница беспощадных троллей. Жестоких. И безжалостных. Какие маленькие ножки, такие милые. Кто правит твоим королевством? Королевство? Кто у вас самый главный? Президент! Вендел хотел набрать войско в твоем королевстве, чтобы напасть на нас. Мы будем долго пытать тебя. Я скажу все, что вы захотите. Сначала пытки, а потом уже разговоры. Обычно так лучше получается. Главное – это пытка. Папа пришел. Папа, почему ты постоянно ходишь в этих шлюзах? Потому что в них я всесилен. Я могу править миром. Пожалуйста, папа, сними эти туфли. Где вы были? Вы пропали на весь день. А это кто? Вы должны были привести собаку. К черту эту собаку, папа. Мы открыли неизвестное королевство. Легендарное десятое королевство. То, о котором рассказывалось в легендах. Хватит врать. Нет никакого десятого королевства. А как же она? Эта ведьма затащила нас в спичечный коробок. Вас взяли в плен? Это... девчонка? Она ведьма. Сколько ее солдат вы убили, прежде чем вас взяли в плен? Ни одного. Ни один не выжил. Кого из вас выпороть первым? Папа, это правда. Взгляни на это. Их зовут братья Джин. В песне поется о смертельной лихорадке, которая начинается по субботам. Да, королева рассказала мне далеко не всю правду.
Принц, я достал ключ. Прекрасно. Начальник тюрьмы на кухне готовит мне очередной отравленный кухон. Скорее, надо этим воспользоваться. Открывай дверь. И здесь есть запасная форма. Ты наденешь ее и выведешь меня из тюрьмы. Ну давай же, давай, поторапливайся. Черт, ключ не подходит. Он не поворачивается. Наверное... Наверное, тебе очень нравится боль. Нет, нет, вы не понимаете. Я просто шел, споткнулся о кирпич и очутился здесь перед вашей дверью. А затем нашел вот это. Вы не теряли ключ? Отвести в подвал и всыпать ему 50 ударов розгами, живо! Нет, нет, там нет необходимости. Я просто зашел узнать, нет ли у вас грязного белья. Пожалуйста, прости меня. Послушайте, я всего лишь... Сюда, малыш. Иди ко мне. Иди. Ешь. Это поможет тебе заснуть долгим, крепким сном. Спляши для меня. А когда ты закончишь танец, ты расскажешь мне, как завоевать твое королевство. Знаете, я не очень хорошо танцую, правда? Ты запляшешь, когда я надену на тебя вот это. Разбудите меня, когда они раскалятся до красна. Спрячь кареты и приготовь комнату для принца. С возвращением домой. Мы так соскучились по вашему величеству. Это мачеха, которая давным-давно с помощью яблока отравила Белоснежку и принца. Когда-то она была самой могущественной женщиной всех 9 королевств. Это был один из ее 5 замков. Что с ней произошло? Когда ее поймали, на нее надели раскаленные на углях железные башмачки и заставили танцевать на свадьбе Белоснежки. Она ползла по снегу, еле передвигая своими изуродованными, обугленными ногами до ближайшего болота. Эта сломленная женщина когда-то была самой благородной из всех. Но она сохранила волшебные зеркала и нашла себе преемницу. Разумеется, ей оказалась я. Я завершу ее дело и навсегда уничтожу семью Белоснежки. Мне жаль тех болванов, что попадутся на моем пути.